А теперь о чрезвычайных происшествиях. Двое рабочих пострадали во время ремонта троллейбусных линий. Произошло это в столице на пересечении улицы Харьковской с проспектом Пушкина около полудня. Одному из пострадавших 21 год, второму работнику 60. Последний получил серьезные травмы, хотя помощь медиков понадобилась обоим. При проведении работ был прослаблен один из проводов. В этот момент проезжал по проспекту Пушкина автобус, который своим люком задел данный трос, тем самым повредив его. В результате обрыва провода два работника аварийной службы контактной сети упали с вышки ремонтной и причинили себе травму. В результате такого маневра общественного транспорта повреждение получил один из автомобилей, который в этот момент остановился на перекрестке. В деталях произошедшего разбирается следственно-оперативная группа.